Всем привет! С вами канал Art Mania. Сегодня у нас обзор на вот такой вот необыкновенный батончик карамель. Даже вот тут вот латинское название Марис Бианса, что ли. Даже не помню, где я его купила. Наверное, подарили мне его, скорее всего. Напишите в комментариях, кто где видел его цену. Давайте прям попробуем. Так, а состав? У нас состав. Состав здесь довольно большой. Я вижу две Е-добавки, если их не больше, конечно. Ну, такой большеватый, конечно. Там, а какой же у нас бренд-то, кстати? С морской солью. Смотрите. Я думаю, это шоколадка прям. Ну, бренд, наверное, это вот это и есть. Такая до конца неизвестная шоколадка. Так, Санкт-Петербург. Не знаю, не знаю. Ух ты, она в коробочке там. Ух ты. Неплохо выглядит. Здесь она все-таки другая. Здесь вот как-то вот видно ее такие вот полосочки какие-то. А здесь она уже как какашечка на бумажечке. Такая уже плоская. Чуть-чуть у меня примятая. Ну, кстати, прикольно на бумажечке. Вот так где-нибудь в кафе там открыли, да, и она у вас не в руке там истекает шоколадом, а лежит на бумажечке. Очень, кстати, удобно, очень классно. Ну и, конечно, вот она внутри. Здесь все-таки как-то поярче выглядит, повкуснее, видимо, прям они хорошо фотошопят. Приготовить точно так же, видимо, нереально. То вот она реальность. Вот именно вот поэтому я и делаю вот эти обзоры, чтобы посмотреть, похоже или нет. Ну, здесь, конечно, вкусно выглядит, я бы съела. Здесь вот, ну, не очень. Ну, давайте с вами попробуем, вкусно это или нет. Приторно-сладкая, мягкая. Довольно, кстати, вкусная такая. Она прям мягкая, много начиночки. Вкусно. Похоже на шоколадку для диабетиков. Очень сильно похоже, кстати. Вроде как она приторно-сладкая, но какая-то она... Вкус у нее какой-то совсем другой. Не как большинство шоколадок бывает. Что-то в ней другое совсем. Также, кстати, там присутствует орех, по-моему. Даже вот я смотрю, вот тут вот чуть-чуть нарисован какой-нибудь арахис. А, ну да, написано. С жареным арахисом и начинкой карамели. А, ну да. Арахис, конечно, мы с вами не увидели, что там написано или нарисовано. Но он там есть, и это все вместе очень вкусно. Это реально вкусно. Все такое, знаете, жуется долго, мягкое, все нежно, послевкусие приятный. И арахиса немножечко есть. И, видимо, вот эта вот карамель такая, она очень мягкая, вкусная. Ее много, прям классная шоколадочка. Явно не с Фикспрайса, она где-нибудь, наверное, не знаю даже, где она может продаваться. Но это вкусно, можно даже купить еще ее, даже можно брать с собой на какие-нибудь перекусы, попробовать. Подарить кому-нибудь. На вид она, кстати, довольно красивая даже. Вот тут вот как будто, наверное, это и есть маленький флажочек. Вот этот вот. Как будто флаг какой-то. Как будто она заграничная какая-то на вид. Ну, соль, конечно, я не почувствовала. Хоть там написано. Видимо, ее прям капельку добавили. Я боялась, что она будет соленая. Потому что сейчас делают шоколадки всякие. Сладкие там. Сладкая шоколадка с соленым арахисом. Я думала, что здесь будет так же, ждала. Но нет, очень вкусно, мне понравилось, можно покупать. Кто, если видел, где она продается, напишите, в каких магазинах вы ее видели. Возможно, даже в городах. Цену, если кто знает. Также пишите свои отзывы, кто даже пробовал. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь с колокольчиком, потому что у нас еще очень много впереди с вами интересных обзоров на продукты.
Например, вот на такие конфеточки. Тоже где-то там найдете обзор. Также смотрите другие ролики, наши обзоры на технику, влоги, путешествия, мастер-классы и много-много всего интересного. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока!